У наркополицейских завершился первый этап операции «МАК». Из незаконного оборота изъяли 12 килограммов этого наркотического средства. Вместе с тем у следователей стало больше работы на 203 уголовных дела. 2,5 килограмма заготовленной маковой соломы сыщики обнаружили в ШУЕ. В доме одного из задержанных была развернута целая кухня по приготовлению дурманящих явств. Другой шуянин заготавливал и хранил мак в мешке у себя на веранде. Еще один хранитель зелья был задержан в Вичуге. Около килограмма маковой соломы он прятал в коробке в саду. Откуда владелец раздобыл травку, еще предстоит узнать. Кроме того, благодаря сообщениям граждан о месторасположении наркопритонов, за последнее время изъято 3 килограмма марихуаны и килограмм героина.